Ледяной дождь в октябре 2016 года и ураган, обрушившийся на Москву и Подмосковье 29 мая этого года, показали, необходимо приводить в порядок деревья в городе и вдоль линий электропередач. В Сергиевом Посаде началась масштабная опиловка деревьев. Начали с двух районов. Это Рабочий поселок и Клементьевка. На Клементьевке с улицы Свердлова, Маяковского мы заходим в каждый двор. Мы спиливаем все сухие деревья, все аварийные. И также их кронируем. Ни одного хорошего дерева мы убирать не будем. Поэтому у людей есть волнение, они вызывают полицию. Но мы просто беспокоимся о своих жителях. Поэтому единственная просьба к жителям, когда слышат, что проводятся работы, выйти и убрать свои автомобили, которые задерживают нашу работу. Машины во дворах повсеместно, забитые организованные парковки и газоны под деревьями и на детских площадках. Несмотря на объявление о том, что будет проводиться опиловка, автовладельцы не спешат убрать технику из зоны работ. Здесь даже вышка не развернет стрелушек, вычесть людей оттуда. Наверное, надо, да. Нижние этажи затеняют, они больше всего нуждаются, я на пятом живу. Несмотря на логические объяснения администрации, зачем надо кронировать деревья и убирать засохшие, среди жителей есть недовольные. К осени закупим деревья, будем новые посадки производить. Все, кто захочет озеленить свой двор, могут присоединиться к осенним высадкам. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов. Программа «События».